Девчонки, мальчишки, добро пожаловать на канал Буковинка Лада с вами. Сегодня у нас продолжение уроков английского языка, о которых многие просят и настаивают. Вот, я все никак не соберусь и наконец-то продолжаем. Сегодня я бы хотела поговорить о модальных глаголах, которые на самом деле очень легки в употреблении. Вот, и мы остановимся на них совсем кратенько, потому что я бы хотела перейти к более сложным структурам, которые труднее запоминаются, труднее используются тем не носителям английского языка, а с которыми, например, мне самой было трудно разобраться. То есть глаголы can, may и must. Да? Сразу скажу, глагол модальный must почти не используется в американском английском. Вот, но мы на нем остановимся, потому что если вы учите королевский английский, так называемый, то он вам наверняка пригодится. Итак, что нужно знать о модальных глаголах? Can, may и must. Да? Can – я могу. И нехороший этот попался, внимание. Я могу. Имеет отношение к физическим возможностям. Да? I can. Или там умственным. I can speak English. I can speak English. Что нужно запомнить касательно всех трех модальных глаголов, это то, что разговаривать – это инфинитив. Однако же при модальных глаголах частичка to как бы имеет смысл говорить I can to speak, да? Я могу что делать? Разговаривать. То есть глагол не меняется, остается инфинитивом. Но в использовании с модальными глаголами частичка to не существует. Точно так же I may visit my daughter in her school. The daughter in her school. I may visit. То есть мне разрешается, да? Это все касательно разрешения. Их часто путают, особенно в разговорной речи, не то чтобы путать, то есть они все, конечно, понимают значение этих глаголов, но они просто заменяют их, подменяют их один другим. И дети друг на дружкой очень часто подшучивают, потому что их исправляют учителя, они это запоминают, потом не любят друг дружку, значит, подкалывают, потому что вопрос они задают «Can I go to the bathroom?» То есть «Можно мне сходить в туалет?» Да? И они говорят не «can», потому что «да, ты можешь взять и сходить в туалет прямо туда», то есть физическая возможность, да? Нужно говорить may go to the bathroom, потому что вы спрашиваете разрешение. То есть may у нас разрешение, can, физическая возможность, способность что-то делать. Ну и must это то, что я должен что-то сделать. Значит, I must or he must wash his car. Ну, нужно помыть его машину. He must wash his car. Да? Американцы, как я уже сказала, не говорят must, они в таком случае скажут should, ему бы надо было бы помыть свою машину. То есть в американском это будет звучать he should. Да? То есть как бы вам стоило бы, ему стоило бы это сделать. Они никогда не говорят так категорично you must do this, они скажут you should. То есть вам бы стоило бы этим заняться, это сделать и так дальше. Гораздо чаще, кроме такого вежливого с Книксоном should, а вместо модального глагола must, американцы употребляют слово have. Но поскольку это не модальный глагол, рядом с ним все-таки стоит инфинитив. Если вы скажете человеку, что ему нужно что-то сделать, вы скажете you have to clean your room. То есть you have обязательная частичка to clean your room. Тебе нужно убрать свою комнату. Значит, если have, тогда обязательно должна быть частичка to. Вот. Формирование вопросов очень просто. Вы меняете эти слова местами. Да? То есть can становится на первое место, модальный глагол. Любой из них перескакивает на первое место. Вот, и меняется местами. Can you speak English? Да? То есть
May I visit my daughter today? Можно мне увидеть свою дочь в школе сегодня? Okay. Must he wash his car? Should he wash his car? Ему стоит помыть машину, да? То есть все очень просто. А насчет будущего. Что можно сказать насчет будущего модальных глаголов? Если вы хотите сказать... Голову себе отрезала. Если вы хотите сказать, что в будущем вы сможете что-то сделать, вот как модальный глагол can, да, вы скажете I will be able. I will be able to... Что там? Я смогу разговаривать свободно. I will be able to speak fluently. Да? Я смогу бегло разговаривать. I will be able to speak fluently. Когда-то там в будущем, да? Что касается разрешения may, вы можете сказать I will be allowed, or he will be allowed, she will be allowed. She will. Опять, это все подчеркивает будущее время, да, вспомогательный глагол. Будущее времени shall, will, который используется в королевском английском, в американском английском мы используем только will. She will be allowed. Allowed. Разрешать. She will be allowed to visit. Та-та-та-та-та. Да? So, will be able – это возможность, опять-таки, способность. Я буду способен разговаривать, да? Я буду, мне будет разрешаться посещать. Такое вот использование будущего времени с модальными глаголами. То есть они фактически заменяются другими вещами. И с частичкой have, да, то есть нужно что-то делать в будущем. Опять-таки мы просто добавляем частицу будущего времени. He will have to pay his bills on time. Ему нужно будет платить по счетам вовремя, да? То есть have to сохраняется, перед ним стоит вспомогательный глагол будущего времени и остальные члены предложения. Вот в следующем уроке мы займемся более сложными структурами с помощью вот модальных вспомогательных глаголов. А на домашнее задание. На домашнее задание используйте модальные глаголы, любой из них, да, то есть should или must не имеет значения для меня, но постарайтесь использовать все три в предложении. Помните, частичка to в инфинитиве отсутствует, да. Ну, допустим, такое. Я могу рисовать красками, да, я умею рисовать красками, я умею играть на пианино. Выберите один из этих предложений и переведите мне его. Я могу играть на пианино, да, или на любом музыкальном инструменте. Ваш выбор, но просто правильно постройте предложение. Я могу... что я могу? Какое разрешение? Что-то мне не думается, ладно, сейчас я что-то придумаю. И я должен что-то сделать, да, сегодня я должен написать свой реферат, да, или я должен написать сочинение, такое что-то придумаем. Можно ли мне сходить сегодня в зоопарк, да, ребенок спрашивает. Ага, можно мы сегодня в зоопарк сходим, да, или в кино, можно мы сегодня в кино сходим, вот такое вот предложение. То есть постарайтесь перевести. Вот, в комментариях отпишитесь. Все, возвращайтесь на канал. Всем спасибо большое. С вами была Буковинка Лада. До встречи на канале. Пока.